Сегодня мы решили выехать в гости к нашей прихожанке, нашей замечательной Татьяне Новицкой. Она живет недалеко от Калуги, в замечательной деревне Покровская. Здесь прекрасный вид и чудесные-чудесные пейзажи. И, конечно же, сама радушная хозяйка. Здравствуйте, друзья! Вот, наконец-то мы приехали. Вон наш автобус беленький. Вот, сейчас мы выгружаемся. Сейчас мы вам покажем, как мы отдыхаем. Занималась, да, спортом занималась. Потом, училась. Практику в Питере проходила на комбинате химико-пищевой ароматики. А там, полгода жила. А там в каком городе? В каком городе? А там поселок городского типа Рыжканы. Рыжканы, да? Да. Нет, это наоборот, в другую сторону. Это ближе к границе с Украиной. Там сейчас остался кто-нибудь? Там остался... Остались двоюродные братья. Ну и какие-то уже дальние двоюродные дяди, тети, потому что родных дяди, тети не осталось. Мама тоже переехала под Псков лет 15 назад в Россию. И родная сестра в России живет. И все другие двоюродные сестры и братья поразъезжались за границу и по России, а там остались только два двоюродных брата. А, еще один дядя жив, да, ему вот лет 90, наверное, уже в селе живет. А сколько там в семье у вас было детей? Ну, нас двое было, я и сестра. А у маминых сестер, у них было, значит, мама, где росла в семье, было три сестры. А правда, что в молдавской церкви обычай такой? Крестных брать там по 5 человек. Много там берут, там и на свадьбах, вот что мне интересно, так, здесь такого нет. Там на свадьбах посаженные родители какие-то, нанашки, как это так называется. И они потом очень... Вот, смотрите, аист там. Да, здесь поля аистами. Аистами. Вон они, и они прям в поле стоят. А вот таким составом мы идем сейчас на прогулку. Здесь человек сколько? 40? 30. Это вся деревня на дорогу вышла. Да. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Е-е-е-е-е. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой с любовью. Счастье жить такой судьбою. Ла-л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 а. Ла-л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 а-
Нет? Дети уже все уснули. А мы все идем. Мы сейчас так к Жиздре выйдем. А мы к Жиздре идем? Ну, к Калуге давай. Что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. О, смотровая площадка. Да, 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 да. Что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, да. Может быть, вообще фотография здесь тоже. Нашего плодотворного дня мы прослужили благодарственный молебен Господу Богу. Слава Богу за все! Короче, дорогие мои, мы же очень долго видим. Целых 26 минут. Ну так. И если друг не смеется, ты кричи ему солнце, ты кричи ему звезды. Это просто. Исправить ошибки.